Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин. Продолжаем проходить босши. Окей, ну как-то так. Есть еще одна сохранялочка. А, тот сундук я бы хотел бы взять, но я... Блять. Я нихуя не понял. Ладненько, а как тогда его взять? Да, блядь, шевели булками. Скелетон. Почти получилось. Блядь. Окей. А я хочу попытаться, может быть. Блять, а как этот сундук взять? Охуеть, наркомания. На спидах реально. Блять, как-то там нужно рассчитать эту всю хуйню, чтобы пройти нормально. Да нихуя, там нужно как-то запрыгнуть, чтобы посредине быть. Да иди ты нахуй, заебал уже. Блять, и как там, сука, сделать это? Че, ебанутые совсем? Хуй его пойми, блять. Ебануться просто. Пидорасы, блядь. Думали, я не догадаюсь или что? О, Саймона нашли. А ну-ка. Почему бы и нет? Yeah,
Саймон, тащи. Да не, нихуя, он сильно большой. И нахуя я это сделал? Нихуя ж себе. Чего-чего, а такого я не ожидал. Босс, по идее, будет в космосе, да? Блин, там, по идее, что-то я сбил и мог поднять. Да, вот спидап, дабл, лазер, опшн. И какая-то еще херня. Ну, зачет, зачет, разнообразие. Какого хуя я разбился? Но если бы в космосе были бы колючки, я бы вообще охуел. Блять, да я ж взял, что за пиздеж? Наебут как могут, реально. А, то есть, я понял. Ёбаные танчики в космосе. Что они там делают? Блять, что за хуйня происходит? То есть, если ты назад, окей. Это корыто практически не управляется. А, прикол в том, то, что ты еще вниз не можешь опуститься, типа, чтобы... Чтобы сбить эти танки. Круто. Ну, я достаточно долго продержался, нихуя не сбил, нихуя не нашел, но продержался. Пиздец, какой-то суицидник, блядь, на самолете. Камикадзе, блядь, японский. На самом деле была такая тоже игра на Денде, но я не помню, как она... Да херища было таких игр, я вас просто уверяю. Да сука, иди ты нахуй со своим боком ебучим. Там что, колючки, блядь, или что? Я нихуя там не вижу. О, нихуя ж себе, я мины бросаю. Ёбаная стенка.
Нет, лучше скорость один раз улучшать, потому что самолет какой-то бешеный становится. И толку нахуй от лазера, если он, блядь, не сразу убивает. Пиздец, так хорошо начал. Охуеть можно. Давайте нахуй больше этих, блядь, танков, пушек, хуюшек, давайте. Я хуею. Там, блядь, сразу 4 штуки дала, а тут вообще хуй нарыло. Мне этот рандом уже доебал просто. Пиздец, ёбаный танк. Давай хоть одну эту хуйню слови, блядь. Давай, блядь, тащи, сука. Охуеть, почти пролетел. Сука, ёбаный рандом. Вот как начнешь, так вот, как повезет, так вот и будет. Пидорасина, сука. Если не прокачать скорость, сука, это такое корыто уебищное, что, блядь, нихуя не поворачивает, посмотрите. Пиздец, еще нихуя не дали. Зато нахуй 3 танка, блядь, выехало, заебись. Так, в пизду. Надо продержаться.
Пиздец, ну посмотрите, где мой самолетик внизу. Он почти, блядь, пролетел. Хуею. Видели, танков не было, то есть это реально рандом, как повезет. Вот сейчас сразу, блядь, танки. Пидорасина, сука. Я хуею с этого рандома. Сука, блядь, нихуя еще сбить не могу. Урон, блядь, как ебу, сука, один дэмэйдж. Спасибо, блядь, дохуя плюшек дали. Давай, блядь, еще немножко. Ну уже, блядь, скотина, давай. Какого хуя меня там сбили, пиздец какой-то. Как оно там все нахуй пролетело, хуй пойми. Ну, блядь. Сука, сколько там можно, блядь, лететь? А чё за ебучая стрелочка, нахуй, показывается? Типа, вперед надо было залететь или что? Я ебу, сука. Неужели, нахуй, нельзя там, блядь, какой-то сейв сделать или... Хуй пойми, пускай он сам пролетит вперед. Thank you.
Пиздец, вы видели? Нихуя, сука, не подобрал. Чё за дебилизм? Сука, прям рядом пролетел и нихуя не подобрал. Ну такой пиздёж, сука. Наёбщики хуевы, блядь. Сука, управление уёбищное, нахуй. Этим блядским самолетом. Ебучая, сука, лодка в космосе, нахуй. Ну охуеть. Сохранения я не вижу. Чё делать, блядь? Иди нахуй, короче. В общем, ребят, на этом мы заканчиваем. Я думаю, дальше там босс. И мы уже посмотрим на него в следующей серии. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.